Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега и подписчики. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, четвертая ночь в FNAF 1. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. Сережка, поздоровайся. Всем привет. Как всегда, Серега выполняет роль аниматроников. Получается, он будет играть за двоих. И NPC будет у нас нападать, и Сережка. Так что, надеюсь, вам понравится, вы поставите лайкосик и подпишитесь на классный канал Димас ТВ. Давайте не будем много болтать, будем сразу начинать. 12 часов, веселимся. И проигрываем. Серега опять... Так, все, с первых секунд пошло веселье у нас. Серега, только ты ж так, наполовину жестко. У тебя какое-то время ограничено теперь, или ты опять можешь только раз в минуту нападать? Ну, ограничено. Опа, уже чика пошла. Так, сундук не стоит там, потому что аниматроник может прийти. Так, чика начинает кастрюлями трахтеть. Так, хочется камеры поклацать, но не буду. Боюсь, что энергии не хватит. Так, 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 лучше сейчас... Лучше за Фоксяном следи. А он может, да? А, он же в четвертую ночь прибегает. Есть, я закрыл. Я закрыл. Чика, я закрыл. Ха, вот ты, Серега, молодец. Сразу двумя нападаешь? Ах ты хитрый жук. Прям как я. Ха-ха-ха, молодец. А, я успел. Да чё так быстро? Ты что ты тарахтишь там тарелками? Прихожане все съели уже, чекай, как там гости. Только в туалет решила пойти. Понял. Блин, я как-то побаиваюсь. Сильно нападаешь ты жестко. Но мне это нравится. Так что у нас челлендж. Выживи от Сереги. А Фокси уже бежит или нет? Нет. Понял. 10 секунд подожди. И он побежит? Чида. Так, кто-то... Фредди стоит. Не, давай, короче, сундук ты справа смотри, а я буду слева. Давай, ты знаешь, где право-лево, не? Блин, играть с чуваком, не знаю, где лево, где право. Как мы играть будем? Есть. Еще раз. Ох ты, как жестко. Так, ушел. Ушел. Не клац просто так. Опять пришел, смотрите, что делается. Закрывай! Молодец! Вот сундук, молодец. Не получилось у Сереги атаковать. Я почти все так идеально был. Все было продумано, но не до конца. Что-то не хватило тебе. Блин, энергия быстро садится. Час ночи, у нас уже 70%. А это Фокси по двери постукал и минус 10%. Ах он га... А как сделать, чтобы он не бегал? Никак. Блин, так не бегаем. Так не получится, я знаю. Ну, было бы интересно. Вот она, вот она. Сейчас, сейчас, ребята, чекаем внимательно. Сундук сегодня красавчик. Молодец, молодец. Закрыл. Да, Серега, не каждую минуту, получается, ты нападаешь. Прям почаще уже. Открывай уже, наверное, все. Они буквально там 4-3 секунды стоит. А, пришла. Пришла. Ушла. Как быстро они уходят. Я понял, надо двери меньше держать закрытыми. Блин, прикольно. Почему они сделают вторую и третью часть? Разработчики, пилите, мы будем играть. А мне очень интересно, когда, Серега, ты управляешь. NPC они интересные какие-то. Они скучные, они заскриптованные. Ты, у тебя скриптов нету. Так, рандомные. Как-то нападаешь. Так, сундук смотрит. Прикольный ник. Так, стой возле кнопки сундука, я вот тут буду чекать. Может, Фокси побежит опять. Или не побежит, я уже не знаю. А маринетка есть тут? Нет, это первая часть. Я проверяю, знаешь ты, ты видишь, знаешь. Потому что могли напутать все части. Бывают тут такие аниматроники, которых не может быть в этих частях. Такс, 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 все спокойно. Так, 50% 3 часа ночи. В принципе, у нас могло получиться сундуком. Так, Фредди очнулся. Так, не отходи от...
Я закрыл. Ох, вдвоем пришли. Ты что, Сережка? А как ты так все продумал, чтоб одновременно? Это ждал же, выжидал. Молодец. Красава. Ах ты, блин. Ты что, нас не убил чуть? Не-не-не. Мы крепкие орешки. Не берем такое нас. Это и был мой план. Открывайте дверь, он вас под... Не, не убила почему-то. Должно было замочить. Ца. Потому что я его только поставил. А, блин. Хорошо, тогда будем дольше дверь закрытой держать. А Фокс еще прибежит в этой ночи или нет? Да, должен. Блин, он много энергии нашей ворует. Еще больше сворует. Хватит. Так, давай уже 4 ночи, быстрее. 3 ночи. Быстрее 4. 3. Отлично, отлично, тащим. Хоть бы прошли. Не прошли. Так, стоят, стоят, стоят. Сейчас он резко опять нападет, надо быть внимательным. На улице гром какой-то гремит. Серега, что там уже? Пустые кастрюли, ты и моешь их, я не понимаю, что там происходит. Да это Чика там жрет. Так получается, они вдвоем тут стоят. И Чика, и Фредди стоят. Друг за дружкой. Сейчас за 5-6 тысяч человек нападет на нас, или как это будет смотреться? Че ты ржешь, мы проиграем, реально, 4 часа ночи. А энергии... Ребята, вам всем конец, вы все умрете. Нет, в этот раз мы затащим. А? Нет. Да. Я не позволю. Я позволю. А я нет. А я да. А я не буду спрашивать, я просто затащу. Смотри, стоят и все. Сейчас, сейчас, сейчас. Ждем, слушаем Фокси. Закрывай! Стучит опять. Блин, 20%! А, одновременно пришли, это жесть. Хоп. Хоп. Отлично, все, двери закрыты, открыты. Мы и камеры не чекаем. Вообще бы не хватило энергии. 20%. Как нам играть? Да как? 5 часов. А, мы затащим. Заранее радуюсь. А зачем ты закрыл? А, там кто-то пришел, понял. Нам еще час прожить. Просто час. Так, смотри, что я делает. Что я делает? Я уже заговариваюсь. Блин, сейчас самый напряженный будет момент. Когда мы не должны слиться. Еще и два аниматроника. ПВП, 2 на 2 у нас. А, пришла! Пришла, пришла. Ушла. Отлично, надо дверь сразу открывать, моментально. Отличненько, сундук красава тащит сегодня. Хотя он вообще первый раз на запись попадает. Так что, ребята, кто хочет с нами записывать, заходите в наш Дискорд, ссылочка в описании. Это вообще рандомный человек, подписчик мой, зашел и играет. Сразу на запись попал. Вообще ему повезло, сразу на запись попал. И самое удивительное, он умеет играть. Он умеет. Могет. Так, так, так. 9%. 9%, но 5 часов. Сейчас будет 6, смотри. А, через сколько-то там секунд. О, ах ты жопа! Ты меня хотел обмануть. Есть! Серега, ты не смог. Просто не смог, а мы смогли. Так, еще одну ночь. Так что, ребята, давайте сейчас постараемся пятую ночь прожить. А может и не получится, но это мы получится. Давайте меньше болтать, будем сразу начинать. Все. Серега, сейчас у тебя будет намного больше возможностей, а энергии может не хватить, потому что... Сколько у нас? 7% оставалось? Или сколько-то там, я уже не помню. Но мало. Серега, притих, потому что сейчас будет какое-то нам западло делать. А, уже? Да ладно. Да ладно, да... Закрывай! Смотри, как он нападает сразу. Я, блин, чувствую, мы не пройдем. Что за смех, как у меня идиотский. Опять напало, да смотри. Да как? Серега, что за говно творится? Как нам пройти эту ночь, если ты постоянно нападаешь? Получается, это последняя ночь пятая?
А, еще шестая вроде так есть. Так и называется Five Nights at Freddy's. Поэтому это ночей. Самое будет жестко. Надеюсь, мы... Опять стоит. Ты тупо атакуешь эту дверь моментально. Так, держи кнопку. Сейчас скоро будет он идти. Такс. А ты видишь, что мы делаем вообще тут? Бегаем или нет? Да, я вижу вас. А, ты видишь нас. Вот повернись назад, это наверх. Вот тебе. Да, а я не могу вижу. Показывать, но я сказал. Опять пришло. Опять пришло оно. Чудо-юдо. Смотри, какой жесткий мужик. Ты уже сколько раз напал? Раз шесть. Опять. Никого. Фух, 80%, что-то очень быстро энергия садится у нас. Бежит, бежит, бежит. Не воруй энергию. Своровал уже. Своровал, своровал, я вижу. Опять пришло. Да отвали ты, ну. По два штуки, ты уже стандарта, да, проходишь? Смотри, как он атакует нас. Дверь просто у нас уже скоро кнопки заломаются, все. Опять идет. Стоим, 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 смотрим. А ты уже, получается, можешь сразу до окна подходить? Тебе не надо там стоять возле двери? Ну это жестко. Быстрые аниматроники. Очень быстрые. Ты прям как-то вообще жестко все делаешь. А чего ты ожидал? Пятая ночь. Ну конечно я. Так, ушла. Пришло. По два раза приходит, смотри. Прям настоящий челлендж. Чё там у нас? Блин, не могу ни сесть, ни встать. Только ходить. Да будет Фокс опять, наверное, бежать. Опять пришло. Плохо нельзя так на корточке сесть и смотреть, есть там ноги чьи-то или нет. Ты специально, да, угораешь что-то там? Я уже понял. Это смешно, реально. Я вижу. Ты уже, получается, делаешь паузу, да, какую-то? Да, я вижу, когда ты будешь это, ну, открывать. Видишь, с Фокса они продумали, ты не можешь им часто нападать, то энергии нам не хватит. Да. Разработчику, ну, респект. Каждые две минуты я его могу использовать. Опять пришло. Так, отлично. А да что ж ты будешь делать? Ушла. Серега, а как так быстро? Это очень как-то. Бежит! Опять, да, украл энергию. А, кстати, есть процентов ворот, меньше. По 5. А, никого. 2 часа ночи, 48%. Ну, значит, нам не хватит. Все, не закрываем двери. Не, закрываем, шучу. Ты сейчас так сделаешь, что мы не пройдем, я уже понял. Получается, еще и сам NPC нападает на нас, компьютер. Да. А, еще и подписчик заиграет. Это, короче, трое против двух. По 5 человек приходит. Отлично. 37%. Я слушаю внимательно, потому что сейчас что-то будет. Есть еще шестая ночь. Замочишь я перед бурей. Я понял. Ты накапливаешь энергию, да, чтобы нас замочить. Слышишь гром? Да. Это аниматроники идут. Толпой, что ли? Чика вообще не уходит, она просто постоянно стоит и все, никуда не идет. Как приросла. Не, компьютер слабее нападает. Ты жестче, намного. Бежит! Красава, красава. 10% отнял! Я видел! А, ты вот так, да, сделал? Мать Тереза, да как ты обманул нас? Это со стороны подписчика было? Ребята, все-таки Серега смог нас обмануть. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!